Что, пробуем на 3G? Давай, что? Ну и народ пополз. Сейчас посмотрим. Все подлагивает. Но народа больше. Да? Уже почти сотки. Что, можно говорить что-нибудь? Да. Что, лучше стало? Вам пишут, заебись. Да? Можно порадоваться тогда по этому поводу. Ну скажите спасибо Билайну. Спасибо, Билайн. Короче, пацаны. Сейчас буду качать плечи. Сказали, ты маленький в этом зале. Я маленький в этом зале? У меня просто черное строение. Сейчас только еда провалится, я так много сожрал, если честно. Блин, ребята, здесь и Wi-Fi тоже нету. Покупайте у меня хагитропин. Кстати, к вопросу, где хагитропин. Хагитропин будет на следующей неделе, не с этим. Все приедет. Будет много. Тоже. Да нельзя лагать, когда я хагитропин продаю. Блять. Ну и сейчас тоже. Мы опять какой-то жопе, блядь. Блядь, пиздец какой-то. Чё купить-то? Чё купить? Чё купить? Хагитропин купить у меня. Бульон купил зал? Конечно, купили, ё-мо. Выберите зал по интернету. Точно, блядь. Все кричат, что у них Wi-Fi хороший. Видишь, а у них Wi-Fi нет. Есть связь или нет? Да, есть. Есть, да? Да. Что-нибудь спросите меня, пацаны. Как зал называется? Happy Fitness. Счастливый фитнес. Где-то говно, блин. Я зашел, стал счастливый сразу. Нет, Коробков не снимает. Коробков чинит свое авто 85-го года выпуска. Happy Fitness. Да, я сам интерес скажу. Это все хуйня, короче. Пацаны, мы сегодня пропустили самое важное, что только можно было пропустить. Оказывается, в этот зал сегодня утром приезжал сам император. Мы так были расстроены, когда узнали, что к нашему приезду он уже уехал, что у меня, если честно, даже давление с волнения поднялось. Я так хотел взять автограф у Дмитрия. Дмитрий, да, его зовут? Да. Очень хорошо, а то бы еще имя перепутал. Вот. И не успел, представляете, специально взял черную футболку, чтобы он на ней черной пастой расписался, ну, чтобы хорошо видно было. Вот. И не успели мы, да. А у него сегодня тут семинар, оказывается, был, представляете? Ну, просто мне так сказали, что... Дмитрий, да, его зовут? Да. Вот, что он сказал, что я недостаточно эстетичный для своего вида спорта и слишком быстро бегаю. Ну, вот. Кто это император? Да. Мы тоже не знаем его. Я очень переволновался и как бы... Именно, Сильверстов. Ну вот, и, в общем, ребят, мы не успели на семинар, но он еще стоил очень дорого. Мы сегодня пытались заработать перед семинаром денег, и просто, и это заняло довольно-таки много времени, а мы так и не смогли собрать нужную сумму. Ну, в общем, к сожалению, на семинар мы не попали. Вот, поэтому, если кто-то подписан на канал Дмитрия, передайте, пожалуйста, что мы очень расстроились, мы старались как могли, но денег, к сожалению, на семинар собрать не получилось. Поэтому придется смотреть его в видеозаписи, если она будет. Ну, а если нет, то мы обязательно на следующий семинар постараемся успеть заработать денег. Передайте и попасть. Привет, село Нижнее Кукуево. Село Нижнее Кукуево? Да, вроде как так. Привет, Нижнее Кукуево, мы с вами, да. Нет, лучше вы к нам. Ну, такие дела, пацаны, поэтому Санкт-Петербург город очень дорогой и далеко не всегда получается попасть на всякие интересные мероприятия, которые дорого стоят, но я буду продавать хагитропин как можно больше, чтобы в следующий раз я смог попасть на даже на дорогостоящие всякие мероприятия. Вот так. Кстати, на хагитропин пока что цены держим, так что не волнуйтесь, короче, на следующей неделе все придет и все, кто хотел закупить свои пачечки, обязательно закупить. Брать не пизди, а ебашь. Нет, я не могу ебашить, потому что я еще ни курицу не переварил. Как накачать кубики? Иди нахуй, какие кубики, я хагитропин тебе продаю. Я еще не закончил. Значит, простан теперь в наличии, мои дорогие, да. Вот, поэтому у кого есть желание попробовать аптечный гормон,
пишите мне в личку, продам вам Ростан. Качество гарантирую, если будет не настоящий, вернете, я вам деньги верну. Я на полном серьезе говорю сейчас. Да, он рост это. Что? Ну, они тут даже не знают, что это такое. А, ну, кто не знает, что это такое, не входите в мой перископ, потому что мне на вас деньги зарабатывать, а вы тут, блядь, висите просто так, бездари. Вот. Что еще я хотел сказать? А, да, вот, на следующей неделе напишу вам про одежду. Вы тут спрашиваете все, когда одежда. И вот я нашел, где ее делать. Так что скоро я вам буду втюхивать даже одежду, пацаны и девчата. Но только не говняного качества, а хорошего качества. Вот так. Как накачать кубики, блядь? Да какие кубики-то, елки-палки? Да забань ты его нахрен. В морозилке заморозь и будьте кубики. Какие, блядь, кубики? Это перископ, мы его скоро переименуем в перископ купи-продай. Валерон купи-продай, тестостерон, блядь. Хэппи-фитнес. Трусы от Валерона. Именно так. Трусы, кстати, обязательно сделаю трусы. Вот. И у них будет очень красивая резинка обязательно. Как похудеть за неделю? Цвета. И за неделю похудеешь, когда все деньги заплатишь за мою одежду и хайгитропин. Сразу же узнаешь, как похудеть. Но будешь красиво одет и колоть хайгитропин. Как вам, кстати? Стринги, да, конечно, стринги. Стринги тоже продам. Главное, покупайте. Как честно, черная нравится? Футболка, поэтому ты кажешься маленьким. Все кричат, что ты маленький. Я маленький, ребят, я маленький. Приходите тренироваться вместе со мной. Тренировка стоит всего 5000 рублей. Пока подлагивала, сейчас она отомерла. Хотите, я вам, знаете, что расскажу, короче, смотрите. Вот это, блин, давай сюда поверни, камеру, короче. Вот сюда вот. Это, короче, называется техноджим, ребята. Техноджим, ребята, это говно, если что, если вы не в курсе. Вот, знаете почему? Потому что это не хаммер. Это, короче, они взяли, учился техноджим. Это, знаете, это почти как Рено против Доджа Челленджера, блядь. Рено какого-нибудь Лагуна. Ну, это уже лучше, чем не Логан, конечно. Ну, может быть, и Логан. Где не будет нормальный Wi-Fi у нас? Нет, не получится, да? Вот здесь ручка, если серьезно, вот я за нее берусь, блядь, за нее вообще держаться невозможно. Она просто, блядь, вся скользкая. Как можно было сделать нерифленую ручку? Это блядь, просто... вы посоветуете, какой интернет купить и купим? Это мосячество. Здесь тоже Wi-Fi нет. Держаться, рука соскакивает. Сколько вложил бабла, чтобы линейку одежды выпускать? Сколько вложил бабла? Да. Ни копейки. Интернета нет вообще нигде. Ни в Алексеево, ни здесь. Где появляемся мы, там пропадает интернет. Мегафон говно. Вообще интернета нормального нет, мобильного. Вообще у нас в планах создать мобильную связь, так все. Вот так. Ну сейчас работает, он сам, блядь, что, вообще лагает? Нет, вы что-нибудь видите вообще там? Я уже как блав, я бы сказал. Лайки ставьте. Можете мне в моем перископе что-нибудь сказать? Ну скажи что-нибудь. Например, 100 килограмм. Беретесь, блядь, за эту ручку. Пытаетесь, короче, начать тянуть. Ну, в другую сторону, понятно, да? И получается вот так. За нее вообще не удержаться. Она скользкая. Как можно было так поставить? Зато, ребята, вы не понимаете ничего. Зато здесь, блядь, сиденье толщиной с негритянскую жопу. Зачем это? Чтобы мягко вминаться в него. И вот такая обшивка. И написано body print. Если не родственниками, то никогда все вместе его не откроете. Но суть-то не в этом. Я говорю, что насколько тупые владельцы тренажерных залов, насколько, блядь, у них нет мозгов. Ну, в большинстве своем. То есть тренажерный зал должен открывать человек, который этим делом занимается непосредственно. А не человек, который заработал денег, блядь, на ценных бумагах или напиздил их в 90-х, или пусть знает что-нибудь там еще, например, да, и решил инвестироваться в фитнес. Я почему об этом говорю? Потому что, блядь, они не понимают, что они покупают. То есть тренажер и техноджим – это, блядь, не оборудование вообще. Это, блядь, это даже не фитнес. Это не функционально, блядь, это просто красиво. Но это все равно, что купить какую-нибудь очень дорогую машину, которая через два дня... Лагает, народ сливается, лагает. Не знаю, что делать. Смотрите. Блядь, он через что вещает, а? Пусть Миронов...